15 сантиметров. Кто мне нравится на проекте? Ну, смотрите, я же в эфирах это говорю. Сколько времени длился перелет? Ну, короче, в целом все заняло почти целый день. Но так как мне очень хотелось спать, я вообще люблю много спать, то я просто проспала весь свой перелет, и для меня он особо не был мучительным, скажем так. Типа, мне еще было в кайф. Жалко, что у Сережи просто друзья. Моя дочка с родителями. Лейла, вы очень хорошая и умная девушка. Спасибо. Ты запала на Барышева? Почему нет? Мы просто живем вместе. Вот, кстати, он. Барышев! Приятно за вами наблюдать. Спасибо. Сколько лет ты жила в Латвии? Так, сейчас посчитаем. Лет я жила в Латвии. Присмотрись к Баршеву. Привет, Агнес. Меня не зовут Агнес. Красивые глаза, спасибо. Но это линзы я сегодня одела. Но вообще у меня глаза тоже красивые. Просто что-то захотелось. Они просто побольше. Но эти линзы сами по себе, они большие. Они делают более выразительные глаза. Поэтому я их решила одеть. И все, я так мучительно одевала. Если вы видели по сторис, то я реально, я когда плачу линзы. Я когда одеваю линзы, у меня очень слезятся сильно глаза, и я начинаю просто плакать реально. И вот как бы поэтому я их не снимаю, сегодня целый день в них прохожу и вот перед сном сниму. Татуировок у меня, раз, два, три, четыре и рукав. Четыре и рукав. Самое красивое сейчас на проекте «Остров с тобой жил». Спасибо. Мне страшно было на Дом 2 идти, не стеснялась. Нет, не было страшно. Я вообще должна была год назад лететь, по сути, на Дом 2. Просто там в последний момент я сошлась со своим бывшим, уже бывшим, и никуда не полетела. Хотя уже тогда я, в принципе, была готова. Вот. Я уже 100 раз ответила, где моя дочь. Извини за вопрос, ты официально поменяла имя? Да, официально. Скажи что-нибудь на по-латышски. Лабадьена. Я так похожа на тебя чем-то. Ну да, может быть. Знаете что? Посоветуйте, пожалуйста, какую-то аудиокнигу, чтобы она реально была очень-очень интересной. Вообще люблю что-то из серии реальных событий, типа рассказов, что-то такое. Лабадьена. Еще есть... Нет, маникюр я сделала вообще в своем городе Елгаве, вообще самой крутой маникюрщицы в мире, ну, по крайней мере, для меня. И вот, короче, я перед вылетом, у меня просто вылетело с головы прийти к ней и сделать ногти. Но зато я сходила к ней и сделала себе педикюр яркий. А про вот маникюр вообще забыла, у меня вылетело с головы. Я последний день просто все делала перед вылетом. Кем работала в Латвии? Работала барменом. Привет, Лану Д. Ты красива, спасибо. А какие книги вы читаете? Ну что-то посоветуйте вот из аудиокниг, что реально вот прям вау, чтобы читать, это было классно. Ты лишена родительских прав? Серьезно? Нет, я не лишена родительских прав. У меня все мои права при мне. А ты больше по-латышски говоришь или по-русски? Я вообще по-латышски не говорю, чтобы вы понимали. У меня очень плохой латышский. Я понимаю, что я там как бы жила 16 лет, но у меня английский лучше, чем латышский. А почему Аня ушла? Это не ее место просто. Просто не ее место. Это я так считаю. Честно, прям полюбила тебя всей душой. Спасибо большое. Ты брови делала? Нет, это мои брови, я их просто выщипываю и все. Все, вы делаете картошку? Да. А барменом не сложно работать? Ну, сложно в плане того, что это ночные работы, и ты сам должен понимать, что там очень много пьяных людей и очень много этих пьяных разговоров. Конечно, морально это трудно. После Анна тот. Я не поняла вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, что-то из аудиокниг. Я уже вас
мужчина. Кто что читал вот в последнее время. И вот. Я хотела, знаете, какую книгу прочитать пару месяцев назад? Она называлась «Пофигизм». Или что-то такое, что-то в стиле такого. Там еще такая красная книжка, сидит такой медведь, типа вот так. Я хотела ее прочитать, но не нашла, где купить. Спасибо за ответ, а то прилагаю хоть басни, что тебя решили прав. Нет, это неправда, это бред. У вас картошка прям деликатес на острове? А нет, мы все поели, мы все скучаем по простой нашей еде русской. Мы хотим, ну, как бы иногда тоже покушать что-то простое. Монашка. Это не совсем монашка, это демон, скорее всего, в обличии монашки. Как и вот тут большой, но тут уже идет, тут уже мужчина и девушка. Так. Я симпатичен, мы с ним просто общаемся как приятели. Вчера заходящий рассказывал что-то про книги. Может, он что-то посоветует? Вот, послушай аудио «Тонкое искусство пофигизма». Обязательно. Агнеска, это хламчик, не пожалеешь. Про пофигизм хорошая книга. А где делала татуировки? Татуировки делала в Елгаве, походу в Швейцарии. Наверное, где-то была в Англии. Что такое? Я поменяла имя, меня так давно не зовут. Уже 5-й год идет, как меня так не зовут. Так что, если вы не знаете, то особо про это говорить не надо. Если я не отвечаю, значит, я не хочу на это отвечать. Привет. Откуда? Да, это я. Почему ты не говоришь правду, что у тебя дочка... Вам же клиент, который в Англии был длинный. Окей. Была у тебя когда-нибудь панические атаки или что-то в этом роде? О, да. Я, короче, даже думала когда-то написать пост об этом. Но это было до проекта. Я страдаю... У меня раньше так было. Сейчас вот это как-то уже полгода. У меня такого состояния нет. Но... А, нет, не полгода, вру. 2 месяца где-то. У меня были сначала панические атаки. Потом у меня... Я впадала... Вот где-то раз в неделю я просто с ни с чего, даже если все хорошо, я просто впадала в глубокую депрессию. И это было просто ужасно, потому что оно меня жрало, это все внутри. И последний мой раз, это было где-то месяц назад, что у меня была это... Сонный паралич у меня был, и вот тогда я офигела от жизни вообще. То есть это когда ты лежишь, но ты уже спишь, открываешь глаза, как бы... И, ну, понимаешь, что ты не можешь ни пошевелиться, ничего вообще сделать, и какая-то хрень просто вокруг тебя происходит, и такой, блин, как проснуться. И у меня рядом спала, короче, малая в тот момент, и моя подруга. И я просто, ну, я от этого страха, у меня текут слезы по глазам, и просто я по щекам, я начинаю, я не могла, понимаете, не разбудить подругу, не покричать, ничего. В общем, это очень жуткая фигня, реально. Я сталкивалась с таким очень много раз, а панические атаки, начала страдать в 16 лет, и вот... Они закончились где-то вот 3 месяца приблизительно назад, и через месяц у меня был вот этот приступ этого, вот этого вот сна, я забыла, как, паралича этого. И вот сейчас пока что, в данный момент, вот пока что, ну, ничего, все нормально. Так. Долго, да, рассказывала? Красава, что попала. Спасибо, привет. Привет. У вас новая девушка на проекте? Не знаю. Директ не читаешь вообще? Директ читаю, часто смотрю. Просто не отвечаю иногда. Ну, на что-то там такое, типа, ну, могу ответить, да, но не всегда отвечаю. Я и до проекта редко отвечала. Мой рост 1,65 где-то, плюс-минус. Я вешу сейчас не мой вес, поэтому не хочу его говорить. Смысла нет тебе писать. Ну, блин, а что? Ну, просто мне никто ничего нового особо не пишет. Типа, Серия, давай познакомимся, давай еще что-то там. Нет, не за свои. Как вы не боитесь на острове крабов? Вообще, я очень боюсь всяких жуков. И очень сильно, вот прям, вот у меня паника, когда я вижу
пауков. Вот прям я все, я начинаю плакать. Даже сейчас сказала, и у меня просто мурашки по всему телу пошли. Как избавилась ты от этого? Я не знаю. Это нужно, наверное, с самим собой, скорее всего, как-то бороться. То есть я даже не знаю, как от этого избавиться. И можно походить к врачу, допустим, пойти рассказать там свою проблему и посмотреть, что скажет на это врач. И можно еще попробовать походить к психологу. Это тоже помогает. Вообще к психологу даже можно просто так ходить. Этот человек, которого вы все расскажете ему, уйдете, и все, у вас опять как бы вы очистили вот все свои разговоры, я так лично делала. И опять такой чистенький, веселенький выходите, такой, здесь прекрасно. Shit happens. Привет, это вроде бесы мучают человека во сне. Да, я читала что-то. А самый прикол, что до паралича полгода назад я смотрела, короче, документальный фильм вот именно про этот паралич. И мне еще подруга рассказала, что у меня был паралич. И я такая, типа, что ты несешь? Типа, это вообще нереально. И я смотрела документалку, вот реальную, вот на реальных событиях. Я люблю документалки обычно. Там вот показывали, как это все происходит. И я такая, блядь, что за бред? И просто, прикиньте, через полгода это происходит со мной. Я лежу просто... Я не хочу сейчас в подробности даваться, что происходило вокруг меня. Это было очень жутко, очень страшно. И вообще, следующий мой день был убит. Я просто... Ну, на следующий день я просто ходила, и я реально боялась просто уснуть, чтобы вы понимали. Я боялась просто уснуть, я боялась просто спать. И с этого момента я дома начала спать только со светом. Хотя раньше я любила, когда очень темно. Напиши, пожалуйста, про паралич и панические атаки. Я постараюсь, да, об этом написать. Я всегда так делаю. Время 21:54. Жички так быстро упали? Ну да. Сейчас их вообще не будет. Почему Аня ушла? Нет, почему я ее не гнобила? Последние дни мы помирились, в принципе. Он просто... Ну, я высказала, в принципе, все свое мнение насчет Ани в эфирах. Эмили Роуз. Был фильм про Эмили Роуз, я смотрела, но мне что-то он не очень зашел. Без света спим. То ли тебе свет можно открыть, но и получается, что у тебя тоже есть свет. А можете еще посоветовать приложение, в котором можно слушать вот эти аудиокниги? Самое такое нормальное приложение. И оно бесплатное. Что хомячишь постоянно? Хомячишь, так, прикиньте, все продукты съел. Ё-моё. Он врет. Какой я смотрела фильм? Блин, я не помню, как он называется. Но это документалка вот именно про вот этот паралич. Можете, наверное, просто написать. Ну или хотите, я скину. Я, если не забуду, я напишу, если найду. Про паралич. Может, тоже сама посмотрю. Интересно, кстати. Думаю, это не место Ани. Я тоже думаю, что это не место Ани, и тут было трудно. В Телеграме? Русская. Хотя вы в отдельные комментарии какой-то бред пишете.
Блин, ну хотелось бы какое-то приложение для аудиокниг. Надо посмотреть, будет потом скачать. Я сегодня хочу перед сном начать слушать, потому что я обычно перед сном надеваю наушники и смотрю Симпсонов. Потому что, ну, я не знаю почему тоже. Или документалки. Что-то последнее смотрела про... последнее смотрела, знаешь, про что? Вообще интересная история. Про музей, в котором лежит кукла Аннабель. Это в штате... Нет, в городе Монро, штат я не помню. Это в Америке. Очень интересно. У меня свой нос. Свой. Свой ровный хороший нос. Да, занимаюсь. Ну, начал заниматься. Во сколько должен спать? Каждый раз по-разному, но стараюсь, зависит от лобного. Ну, стараюсь где-то в 2 часа ночи ложиться и с 9 уже подъем. Симпсоны тоже масонский мульт. Да, виноград. И да, это линзы, вот я их сегодня поставила. Они такие, ну, больше, чем мои яблочки. Яблочки. Что я сказала? А ты мой виноград съел? Нет. Нет? Нет. А где он? Не знаю. Ты съел? Mm-mm. А зачем ты ешь мой виноград? А нету никакой помады, это мои губы. Какой у тебя тональный... Ребят, чтобы вы понимали, я вообще не пользуюсь косметикой. Это редкость. Я... вообще не крашусь, то есть я и не... тем более в такую жару краситься, ну вообще не очень, наверное. Про Аннабель очень интересно, кстати, да, вот реально можно зайти посмотреть. Это город Монро, и штат я не помню, штат там такое длинное название на букву К, на букву К, и вот там вот рассказывается про эту куклу Аннабель, что она вообще другая, это не вот не то, что мы представляем, то что в фильмах, она вообще по-другому выглядит. И зайдите, посмотрите. Она, кстати, в каком-то году пропала, ее опять нашли. И хозяева умерли. Один умер 2006 года, а вот вторая его жена умерла, вот Лоурен, или как ее зовут, 2019 года. Боже, откуда я это все помню? Ты снимаешь эффектом, но тут ничего не меняет. Барышев такой, он когда-то орешки крал и кушал, а тут виноград. Пошли нахрен. Не надо моих подписчиков посылать нахрен. Я твоих не посылаю. Все, я тебя не слышу. Ай, я не знаю, линзы одела просто так, захотелось. Ты насчет помады, это серьезно? Ну да, конечно. Я вообще насчет всего серьезно. У меня нету вообще на лице ничего. Понимаете? Мне прислала девочка запрос, который меня просто тут обсирает. Как бы принимать, как вы думаете? Может, принять, посмотреть? Если посмотрим, что там смотрит. Мы все видим в очках твоих, что ты делаешь. Он нас не слышит. Что-нибудь менял бы внешность? Да, менял. А, ладно, все, мне нужно
Сотная скоро. И пойти к ребятам на старую виллу, они там картошечку готовят. Хотя какая картошечка, я похудеть хочу. Давайте, пускай ее отойдет. Я принимаю. Верю ли я в коронавирус? Я не знаю, не хочу даже это обсуждать, реально. Да я уже, блин, просто. Короче, вообще меня бесит. Сначала меня засирают, потом отправляют запрос, потом не принимают запрос. Я вообще рад за тебя. Да, я знаю, как ты рад за меня. Я сейчас сижу с короной. Я тоже. Всю свою жизнь сижу с короной. Ладно, все, ребят, давайте пока. Я потом обязательно выйду.